Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию книжку. Книга называется она «Записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни». Это аудиокнига. Ссылка на архив с этой аудиокнигой будет под этим видео. Видео находится на YouTube, а соответственно ссылка будет вести на Google Диск, мой личный Google Диск, и, собственно, по ссылке эта книга будет доступна для скачивания. Удивительное произведение, прочитал буквально на днях, одним дыханием, на одном дыхании, как говорится. Книга очень тяжелая и в то же время легкая, с юмором где-то, но о чем она? Она о жизни прежде всего. Книга заняла несколько там каких-то, получила премии, более 32 или 33 или каких-то премии, книжных премий. Книга очень сложная, она о жизни, а самое главное, она о жизни и смерти. Это действительно психологически меняющая книга. Надеюсь, вам понравился предыдущий мой пост на YouTube о книжке Елтышевы. Да, то есть это была действительно для меня значимая книга в моей жизни. И вот я вам хочу предложить вторую такую же интересную книгу, аудиокнигу. Она достаточно продолжительная, длинная, но скачаете, сами все увидите. Прошу вас, скачивайте, читайте и меняйтесь. Психологически меняйтесь, меняйте свою душу. Спасибо большое за внимание.